Не только гости, но и спикеры сегодня находятся в нашей студии. Кирилл Погодин, человек известный. Я думаю, что Кирилл практически не нуждается в представлении, потому что все в ритейле наверняка здоровались с ним за руку хотя бы один раз. Кирилл, ты сегодня был спикером. Расскажи, какая у тебя была тема выступления? Тема сегодня была «Тренды и новинки в обслуживании банкетов и фуршетов». И, собственно, говорили про все то новое, что случается с нами. Вот самое главное, что новое случается с нами в 2019 году? Потребление и клиент стали совсем другими. Поэтому мы пляшем под новые дудки, работаем по-другому, сажаем их за другие столы, обслуживаем в других форматах и меню верстаем прям другие. Слушай, ну есть какое-то понимание вообще, куда мы движемся и что станет с этим рынком лет через 5-7? Персонализация и, в общем, такая еще более глубокая история работы с заказчиком, потому что мир, он меняется. То есть теперь каждому будут приносить глубоко индивидуальную тарелку с индивидуальным меню? Абсолютно. И... Конечно. То есть если я считаю БЖУ... Что это? Ну, в смысле соотношение жиров, белков и углеводов, то мне могут приготовить правильное блюдо. Могут. Круто. Слушай, мы будем следить за всеми новинками. Кирилл Погодин, Catering Consulting. Задавайте все вопросы, если вдруг вы еще не подписаны на него на Фейсбуке. Подписывайтесь. Кирилл очень активный пользователь. Спасибо. Счастливо.